Их талент не мае межаў. Такая фраза прогучала со сцены белой гостиной на початку урочистой церемонии. И, как подтверждение этих слов, мини-концерт с уделом сёлетних лауреатов. Виртуозное выполнение композиций на самых разных музычных инструментах еще раз подкресливая, что гомельская земля богатая на таленты. Молодые артисты уже зараз являются соправдными зорками, якими гонорится Гомельщина. За своими узнагородами выходят так само актеры театров и мастаки. Для Анастасии Шведовой этой момент по-особливому важны. Девчина все свое житё занимается живописом. Отриманная премия – подстава для будущих досягнений. Это приятно, я удивлена тому, что выбор пал, так сказать, на меня. Сегодняшняя награда для меня может быть хорошим основанием для дальнейшего развития в искусстве и основанием для самоутверждения в нём. Сёлета 18 человек атрымалі прэміі Гомельскага аблвыканкама і яшчэ трое ад спецыяльнага фонда прэзідэнта краіны па падтрымцы таленавітай моладзі. Узнагарода ў чарговы раз даказвае, што калі праявляеш самаадданасць і працаздольнасць, гэта ніколі не застанецца незаўважаным. Совершенно замечательно, когда у страны есть молодёжь, которой можна гордзіцца. І этот год особенно знаменателен, потому что в год культуры действительно проявляются наши маленькие таланты, которые хочется не просто поддержать, а действительно хочется наградить и спустя какое-то время увидеть, кому будут руку плескать залы, кому будут вставать и кланяясь говорить спасибо. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».